Издалека долго течет река Волга. Потому что Самара — то городок. Громче! Здорово, бандиты. У нас снова день сурка, мы снова в шустром гусике. Теперь мы мчим в Самару пить ваше пиво. Ты же человек такой. Я живот тут буду сгонять. А? Кто у нас тренер по фитнесу? Кто у нас тренер по фитнесу? Нана. Че? Как ты это допустила? Чего? Что мы едем в Самару. Ну что, пиво пить? А живот тут сгонять будет. Корневский. Горшенев. Горшенев? Пацаны комфортно отогревают сзади. А мы уже, собственно, и, по-моему, мы уже подъехали к вам, к Самаре. Там что за окном-то крышечка? Корешок наклеил себе похмельные патчи. Теперь в Горшеневе будет в Райдере. Только черное. Только черное. Итак, ребята, мы в Самаре. Ну что, Сереж? Иду шепчется, что там, как у продажи. Подслушал. И что? Ворога. Все, заебись. Исключительно красивая гостиница. Узор да. На ковре. Один, что стоит? Ну, уже близко. У тебя какой? Так я не посмотрел, я просто иду за тобой. Пойдем со мной, что-то. У меня большая тарская кровать. Я пришел. А ты? А я пошел дальше. Давай. Как красиво в Самаре. Красиво. Доброе утро. А вид-то какой классный. Кайф. Что, пока мы тут тусили, погода в Самаре стремительно портится. В ложек под угрозой. Че, ребят, погода шепчет, идите в клуб. Вы бывали когда-нибудь в клубе «Звезда» в Самаре? А вот я вам сейчас все и покажу. Смотрите. «Звезда» приглашает нас. Красота, вот это красота, это я понимаю. Та-дам! Блин, как живой вообще. Гениально! Еще! Вау! Какой сладкий проигрыватель, господи. Какая штука, какой ты хорошенький. Кантата. А тут же винильчик еще. Там и винильчик, да. У меня был подобный просто в детстве, и у меня просто наитеплейшие чувства. У меня у бабули на даче до сих пор стоит какая-то такая штука. У тебя есть место в чемодане? Да, конечно. И как раз у меня уменьшитель с собой. Я его в карман уберу. Дорогие друзья, сейчас вы должны оценить, насколько мы хотим вам снять влог. Мы сейчас вот в такую дрянную погоду, мы идем все равно гулять по Самаре. Да. Потому что Самара, что? Правильно. Городок. Щедверь. Красота, мотоцикл. Так, ну веди нас, красивая. Мне кажется, из Наны получится очень красивая бабуля. Ну, ты это когда-нибудь станешь бабулей? Лучше быть красивой бабулей, чем страшной, правильно? Называется миф. А мне кажется, что страшной бабулей это тоже стиль. Да, ну это... Такое, знаешь, пугать детей с яблоком ходить. Ай, иди сюда, девочка. Я тебя съем. Я тебя съем. Нам такой план. Какая бабушка ты? Какая бабушка будешь ты? Хочу быть Гилфой.
твой? Да. Это Grandmother, what I wanna put. Итак, ребята, смотрите в следующем выпуске. Мы гуляем, я не знаю, здесь, наверное, есть какой-то исторический центр, но мы далеко от него, мы идем к речке гулять. Но я везде найду красивое. Вот посмотрите, вот, я не знаю, вам видно или не видно, но там вот очень красивым полукругом. Наверное, это конец 70-х годов. Вот так. Это большой, скорее всего, такой вот жилой комплекс, задуманный красиво. И надо посмотреть на него сверху, как он выглядит. А это бомбоубежище, что это? Видишь, это такое? Вытяжки. Я думаю, что это вот от главного управления Министерства внутренних дел. Ага. Именно так. Я думаю, что может быть там какая-нибудь ракета внутри. Ой, я надеюсь, что я не разглашаю государственную тайну. Да, потому что Министерство внутренних дел, а здесь такой вот полигон, а там еще и под этим домом может быть что-нибудь интересное. Ну, стадион, сауна. Стадион, сауна, аква-дискотека. Нашли какую-то церквушку, а у нее прям там видовой этот самый балкончик с видом на Волгу. Вот. Но при этом к ней ни хера не подойти, здесь нет ни одного пешеходного перехода, мы уже второй раз нарушаем правила дорожного движения и носимся в проезжей части как зайцы. Зайцы, конечно, зайцы! Ну смотрите, два зайца идут, уши торчат, особенно у левого. Это то, чего не хватает обычно питерскому человеку в маленьких городах, вот этого вот простора вот все равно. И Нева здесь, конечно, отдыхает, сидеть прям, ух, редкая, так сказать, вот птица долетит до середины Волги. Да, Волги. Го купаться. Все, погнали. Очень скользко тут. Я снимаю на всякий случай, мало ли кто-нибудь наебнется, чтобы у нас были эти тревожные кадры. И правила. О, напоминаю, да, купаться, сосаться, не наебнуться. Самое важное. Такие тут уютные пешеходные зоны. Вот. Вот если бы я шел здесь с коляской, я бы, конечно, обматерился уже 10 раз. Хотя здесь-то есть нормальные, а вот с этой лестницы не знаю. Они говорят, что это женщина. Женщина. Издалека я думал, что это нос. А пойдемте сейчас спустимся, пониже, пониже спустимся. Отсюда нырять далековато, надо еще спуститься. Да. Скульптура сосутся. Да, мы еще не наигнули. Да. Все три правила выполнены. Отлично, отлично. А там уже все, песочек. Хорошо. Нет, там еще одна это. Пешеходная. Пешеходная зона. Посмотрите, как красиво. Это же купальщик. Остался. Довольный купальщик. Ты отговариваешь нас купаться? Нет, нисколько не отговариваю, но у меня есть некоторые основания полагать, что она прохладная уже. Здорово, бандиты! Давай сюда. За нами река Волга. Теперь за нами город Самара. За нами город Самара, Сана Америка, Волга, издалека, долго, течет река, Волга, течет река, Волга, конца и края нет. Как-то так. По реке идет кораблик. Видимо, сейчас повезут тут людей, там они стоят, ждут переправу. Пойдем посмотрим. Да, ребята, это переправа как раз. Вот идет судно. Видимо, сейчас повезут людей. Да, людей. А тут берег. Такая вот красота тут. А это, ребят, ресторан Скрябин. Зазывают, конечно. Очень аппетитно это выглядит. Не шевелится. Он же настоящий? Конечно, настоящий. Да, пока мы пили кофе, пошел небольшой дождичек. И от этого это место стало еще прекраснее. Нет, серьезно, мне нравится. Такая погода. Пора нам идти в клуб. Потому что времечко уже, времечко-то уже поджимает. А мы тут гуляем. Как говорится, пора и честь знать. Лесенка уютная.
но опасная. Как я уже говорил, многоуровневость города – это плюс 100 к уюту. Вот мы сейчас идем, здесь такая пешеходная зона. Там спускаешься вниз, поднимаешься наверх. Кстати, зеленый, побежали. О, тогда пока красный надо. Бля. Мы же нарушители правил. Ну что вы, блядь. Какие нерешительные. Кто со мной под машину не хочет попасть? Сусановщина, серия 56. Да, есть о мне. Ведет нас в клуб. Дойдем ли мы туда? Дойдем ли мы туда? Интрига. Это вы узнаете буквально через 15 минут, а сейчас рекламная пауза. Решили срезать через лесенку, вернее, я предложил срезать через лесенку, но теперь с Сусанином могу быть я. Вот здесь вот дом, а окна, и из окон у них видно Волгу. Мне кажется, что очень круто, да, наверное, здесь жить. Хорошо. И лесенка симпатичная. И зелени много. В Питере очень зелени не хватает мне лично. Как в лучших домах Парижу. Вообще, это смотри. И нам, кстати, туда. Ты хочешь сказать, что это арка главного штаба? Вот, видишь, ты имеешь в виду? Арки, да, ну, я говорю, да. Возможно, возможно. Наслаждаемся тишиной. Очень классная тут улочка зеленая. Прям кайф. Очень приятный райончик. Если буду переезжать в Самару, перееду сюда. А если у тебя был выбор, реально, если не видишь, то куда переехать? Какой второй в списке? Второй в списке? ЕКБ, да? Если бы я имел какой-то на уме второй город, возможно, я бы уже там был. Но пока нету второго. Питер один? Питер одной город, я твой, как говорится. Да все, на что ты способен! Громче! Я ты просто под хвостами. Давай, давай, еще мне текст, блядь. Я проверяю метр. Я проверяю метр. А ты его проверяешь правильным текстом. Ладно. Расслушай то, что я сейчас сказал. Чик-чик! Надо хоть взбодриться, блядь. Every night is a Saturday night. Every night is a Saturday night. Every night is a Saturday night. It's a Saturday night for me. Все приболевшие это такие в стороночку поют. Thank you.
спасибо за мой группу! Yeah.